Ну вот, это значит мой номер. Так-с. С чего начать? Когда заходишь, тут такой барчик на 4 бутылочки бесплатный. Что там, Бакарди, потом бренди, смирновская водка, Хосе Куэро, текила. Ну, кофе, бутылки. Хрень, короче. Холодильничек открываем, что там у нас, вода, пиво, кока-колы, пепси-колы, вода, лед, неинтересно, ну, как везде, короче. Ну вот, дальше идем, проходим туалет типа сортир, это у нас что, ванна такая. Ну, как везде, короче. Это что це у нас? Туалет, раковины, фен, зеркало, бударчик маленький. Так, что там дальше? Идем, заходим в спальню. Ой, ну что, табуреточка, будильничек, кровать такая не ебаться большая. King size. О, с этим лебедем. Я же даже каждый год, каждый день, уже третий день, да, его разматываю, когда только прихожу в номер, он всегда почему-то свернут. Прямо домовой какой-то вселился. Так. Всякая там фигнюлька. Вот. Кстати, Библия. Раньше в каждом номере, да, Библия была. Теперь она тоже есть. Наши 1000 человек, наши 50 языках, только она уже стала в формате электронном. Уже книжки не ложат, 60 штук книг. Там Талмуд, Библию, Коран, как в отеле положено. Сейчас только одну такую вот фигнюльку ложат. Можно там на русский, на 62 языка, по-моему. Ну, а так телевизор большой, плоский, 32 инча написано. Так, дальше по ступенькам мы спускаемся и попадаем в другую комнатку. Так, у нас тут что? Столик, стулья, бутылка шампанского, каждое утро новое меняет. Не знаю, кто ее пьет. Ну, кроме меня, конечно, уже второй день здесь, сегодня что у нас, 26 апреля уже, да? Ну вот, табличку есть. Rio Palace Pacifico. Dear Mr. Мое имя там. Thank you for choosing Rio Palace Pacifico. We hope you have a wonderful stay with us. Best regards, management and staff. Rio Palace Pacifico. Ну и по-испански. Cosmis Merenos Deseos. Что значит наши комплименты. Так, тут у нас что? Порнография ихняя, отелевская. Диванчики, книжечки. А, да, еще забыл сказать важную штуку. Раньше в номерах пятизвездных всегда персональные компьютеры стояли, да. А сейчас они, смотрю, уже заменили их, что в Европе, что... Здесь на такие вот маленькие планшетки. Ну, чтобы не ставить каждый номер персональный компьютер, неудобно просто. Планшетку, наверное, намного удобнее. Ну, такая вот планшетка в каждом номере стоит. И это. Ну, как везде, короче. Но уже таких больших персональных компьютеров уже нигде, смотрю, нет уже. Что ни здесь, ни на Украине, нигде. Дальше идем на балкончик. На балкончик идем. Так. О. Тут наша типа курилка. Сказали, что курить тоже в номере, в принципе, тоже можно. Но я еще пока не рисковал, все-таки свежий воздух. Ну а тут что?
пепельница, столики, стульчики. Балкон такой здоровый, где-то метров 6 квадратных. Ну вот это вот отельчик мой. Rio Palace Pacifico называется. В Мексике, Пуэрто Вайарта. Лисла бонита, сеньор. Тут, короче, фонтаны рая внизу. Дальше бассейны, бассейны, бассейны. Такой метров на 100 в длину и где-то метров 30 в ширину. Ну и дальше океан тоже. Я знаю, сколько в ширину и в длину. Там внизу, вот так ручка притянул, вот там вот. Рестораны, бары всякие. Короче, где-то 8 баров здесь. На пляже штуки. 3 на пляже и 4 или 5 внутри гостиницы. Плюс еще где-то 4 ресторана простых, бесплатных. Японский ресторан, потом ресторан американский, там где всякие там стейки, хирейки, pork lines, такая вот ерунда всякая. Потом фужин, французский ресторан, ну и мексиканский ресторан. Ну, туда надо, правда, они бесплатные, надо немножко им заранее предупредить, сказать, во сколько часов я буду, чтобы столик для тебя зарезервировали. Ну и 2 таких ресторана, all you can eat, как бары, ну типа как all you can eat, короче, все знают. Выбирай, что хочешь. Стоят такие здоровые столы с едой, и там выбираешь. Короче, нехило, можно там все от суши до, не знаю, пельменей нет, правда, но... Ну, что такое? Итальянское есть, наверное. Типа равиоли. Ну вот. Ну, каждую ночь здесь шоу, концерты всякие. Сейчас тоже какой-то концерт там идет на пляже, наверное. Ну, вот так вот. Ну, такой вот отельчик.